И всем привет, с вами Влад, и сегодня у нас будет видео по игре Among Us. В этом видеоролике мы посмотрим на карту Airship, а точнее разберем ролик, который нам выложили разработчики совсем недавно в Твиттере, ну и конечно же на их официальном YouTube-канале. Мы разберем, когда выйдет обновление с новой картой, что там будет и вообще чё да как. Ну что ж, ребят, давайте не будем медлить, погнали. Для начала нам нужно посмотреть трейлер новой карты. Recruit, get yourself acquainted with the layout of the Topbat airship. Enough slacking, go do your tasks. You may need to take a ladder to get to certain areas, or maybe just take a nice shortcut. Quit grouping up, choose a room to start in after a meeting. Someone keeps trying to sabotage us, stop their plan. Keep your eyes peeled, we definitely have an imposter here. Мы посмотрели с вами трейлер, и это просто какой-то взрыв мозга, трэш, короче. Новая карта, будут сервера забиты, когда она выйдет. Короче, давайте приступим к разбору вообще, что да как. Ну и первое, что мы обсудим, это то, что теперь на новой карте мы сможем спускаться по лестнице. Это очень удобно и классно, ведь ты, допустим, в одной комнате и можешь как бы телепортироваться в другую. Но кроме лестницы мы еще можем перемещаться на платформах. Их нам тоже показали в трейлере. С помощью них мы сможем перемещаться из одной комнаты на другую. На новой карте появятся также новые задания. Их вы сейчас увидите на экране. Пока что мне известно только об двух. Первое задание — это протереть кристалл, а второе — вы опустошить мусорку. А да, совсем забыл сказать, что карта называется Airship, что в переводе означает дирижабль. Дирижабль? Ага. На новой карте Airship также будет новая анимация убийства. Но не только на этой карте, да и вообще просто появится новая, короче, анимация килла. И за это я очень поблагодарю разработчиков Among Us. Мне данная анимация убийства очень понравилась. Ах да, чуть не забыл. На новой карте мы можем выбирать, в какой комнате нам заспавниться. Это очень круто. Ты можешь, допустим, заспавниться где-то в далекой комнате, и тебя точно предатель в начале катки не убьет. И да, эта функция будет работать только на новой карте Airship. Теперь, ребят, давайте поговорим про дату выхода новой карты Airship. Она должна, как по мне, выйти 14 февраля. Почему я так думаю? Разработчики недавно выложили вот такую картинку, которую вы видите сейчас, да? И тут написано на стикере 14 февраля, ну, February, переводится как февраль. Так вот, это будет день влюбленных, и, возможно, в этот день выйдет новая карта. Ну, по крайней мере, я так думаю. Возможно, 14 февраля будет какое-то изменение на какой-то карте в Among Us. Возможно, добавят новые скины в Among Us 14 числа. То есть, то, что новая карта, ну и вообще обновление карты Airship, короче, выйдет 14 февраля, эта информация не точная. Но, скорее всего, это будет так. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, наверное, будем заканчивать вот такой вот крутой, как по мне, ролик. Если вы тоже так считаете, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, отправляйте это видео, конечно же, друзьям. Ну а с вами, как обычно, был Влад, всем до скорых встреч и всем амонгасовский пока!